вообще. Коляска. Это просто сверхманевренность какая-то. Вот как раз видно, как отрабатывает подвеска. Оп. Клубничку. Да. А если на нее какой-нибудь малыш написал? Зарыться хочу. Вот. Хлебом не корми, дай, дай зарыться. Поближе посмотрим хоть. Ну вот, будет первый выезд у нас коляски Ультра 4ВД. Красотка с крабовым разворотом, все дела. Ну и для примера взяли мы колясочку классическую 4ВД Катервилл. Будем ездить, снимать характеристики колясок. Плюсы, минусы, различия, сходства. По факту будем снимать всякие неровности, преодоления препятствий. Юра у нас будет управлять вот этим чудом инженерной мысли. Че, Юра, готовый? Как всегда? Ну, поехали. Ну, препятствие номер раз, которое у нас встретилось, это ремонт железнодорожного полотна трамваев. Сейчас мы посмотрим, как Ультра 4ВД проедет по этим неровностям. Че, Юра, езжай, я за тобой. Прекрасно отрабатывает подвеска сиденья. Мягенько колясочка проходит. До этого Юра нам говорил, что очень плавно проходит какие-то мелкие поребрики. Так, нас машины пропускают. Юра, давай. Ну, в свою очередь хочу сказать, я-то как бы тоже не отстаю на 4ВД. Здесь подъемчик крутой. Все, поехали? Проедешь? Оп. Так, ну, в прошлый раз я нырял. О, вообще легче легкого. Что одна, что вторая коляска справились с этим препятствием. Отлично просто. Что-то, короче, нам скучно стало. Мы решили просто с тротуара съехать. Пошокировать народ. Ну, это какой-то бульдозер среди колясок. Просто танк. Катается. Юрка, пенек не сбей. В горку он в ту поднимись. Вон там горка. А, ну и вот здесь горка. Вообще, коляска абсолютно не напрягается. Она не чувствует эти подъемы. Ну, еще раз, наверное, отдельно хотелось похвалить вот эту вот подпружиненную раму кресла. Нельзя. Вот, потому что 4ВД Катервилл классическая, она все-таки пожестче идет, намного жестче. На Ультра 4ВД приятно катиться. Да там, как в этом, в MotoGP. Че, Юра, на перегонки? А так по скорости у нас колясочки прям одинаковые, абсолютно. Единственная скорость поворота Ультра 4ВД, ну это что-то с чем-то. С какой скоростью она едет по прямой, с такой скоростью она уходит на поворот. Это просто сверхманевренность какая-то. Вот как раз видно, как отрабатывает подвеска рамы кресла. Юра тут преодолевает
Вот они, красненькие рычажки, как они подавляют все эти динамические нагрузки, перекосы, ухабы. Ну а 4WD не дает ей останавливаться и прет вперед, как танк. Вот реально, как дети малые. Ехали, ехали, смотрим, какой-то песочек неровный насыпанный. Очень хочется по нему проехать. Вот удержу, нету. Дайте, пожалуйста, я вот по нему вот прокачусь. Что-то какой-то он плотный песочек. Оп. Ну, свое название вездеход она оправдывает в полном объеме. Вперед, назад, куда угодно. Песок, грязь, трава. Съехал с тротуара, заехал на тротуар. Никаких проблем. Вот к вопросу о маневренности, о скорости поворотов. Коляска идет полным ходом. Маневрирует без всяких проблем. Маневры все плавненькие, все аккуратненькие. Никаких рывков, никаких дерганий. Юра, покажи крабика. О, крабик. Классная штука. Так, ну мы спускаемся там к речке, по-моему, какой-то. К Тулке вроде бы. Вот, по частному сектору поехали. Есть тут неровности всякие. Ну, вообще отлично просто отрабатывает. Его даже он сильно не калашматит, а объехал меня деловой такой. Куда поехал-то? Меня-то забыл. Месить глину? Там. Ну все. Ты потом будешь видео снимать, как коляску обслуживать, там человек просил. После вот твоих вот покатушек глиноместных. Ну, всякая дорога тут, короче, у нас попадается. Неровности. Прям такие хорошие. Такое ощущение, что... О, собака. Привет, собака. У кого-то в огороде как будто ездим. Юра, опять в какие-то гаражи заехали. Видимо, тупик тут. Юра говорит, зарыться хочу. Вот хлебом не корми, дай зарыться. Поближе посмотрим хоть. Чем это все кончится? Ты давай только недалеко, мне ж тебя вытаскивать потом. Ага, ага, поехал. А, я на камень сел. На камень сел. Давай, слазь с камня. Нифига себе, там валуны. Давай какую-нибудь другую локацию, а? Чё, очкуешь? Я? А? Чё, я никогда не очкую. Подумали и решили, а не поехать ли нам на озеро. И опять какими-то кустами, закоулками, тропками, короче, поехали мы на озеро. Если что-то интересное по дороге встретим, обязательно покажем. Юрка тут все ее тестирует, экспериментирует ее на все крены, перекосы. Вот так вот, в припрыжку. Ну, классическая 4WD, конечно, прям жестче идет. В отличие от ультры 4WD,
Давай с разгону, что ты? Сейчас. Давай, поправляй. Вот так вот. Запрыгнули, поехали дальше. Короче, мы тут с Юркой решили подобнаглеть. Ну, в корень когда. Вот. Если получится, мы попадем на территорию мотодрома и покатаемся там. Ну, так как у нас квадроциклы же почти. Вот. Поэтому пока на права сдадим. А потом попытаемся прорваться на мотодром. Так. Первый элемент — змейка. В исполнении Ультра 4ВД под управлением пилота Ларина Юрия. Превосходно справляется. Невероятные маневры. И вот так, и так. И вот так вот еще объедет он. Красавчик, в обратную сторону. Слушай, ну классно, классно. А сейчас передадим мы камеру Юре. И то же самое в исполнении 4ВД. Поехали. Ну, он, конечно, медленно. Не тот уровень. Зато вальяжно. Да-да-да. Опа-на. Все, не сдал, а ехал. Все, грубая ошибка. Все, не сдал, пересдача. Это я еще себя называю мотоциклистом, да? То есть да. Я на 4ВД не сдал. Да. Не сдал экзамен на права. С тебя 20 косарей за пересдачу. Ну все. Давай. Короче, мы решили никого не спрашивать. Вот. Ну думаю, палками нас тут гонять не будут. Че, Юра, погнали? Погнали. Ну а мы на кольце мотодрома, где проходят кольцевые гонки на спортивных мотоциклах. И мы тут вообще вдвоем, никого нет. Сейчас администрация нам даст, наверное, палкой по жопе. Ну вот как раз по поворотам, когда я захожу в поворот, у меня теряется скорость. Юра идет в поворот на той же скорости, что и по прямой. Поэтому здесь плюсы, поэтому он уезжает маленько вперед. А так как скорости у нас одинаковые, догнать я его уже не могу. Вот, про что я и говорил, что если эта коляска вам можно адреналинчику хапнуть маленько, покататься, покрутиться, то на моей... Нифига. А здесь как раз болиды, которые катаются по этой трассе. Вот. Куда едем? Вообще понятия не имею. Какие-то ворота, гаражи, мотодром, автодром. Вот. Едем, едем. Самое интересное, мы едем. С учетом того, что мы не знаем, как мы далеко увидим и насколько хватит аккумулятора на ней. Да, сегодня мы не сильно там подготовились в плане аккумуляторов, там не сильно стали заморачиваться, поэтому Юра уехал на 42-м, вот, аккумуляторе. Ну, посмотрим, как раз протестируем. Сейчас у нас на данный момент пока что 7 километров пробега. Юра, нам говорят, туда левее надо ехать. Вот. Все-таки нас поймали. Поймали и говорят, валите отсюда, вон туда валите. Здесь не ездите. Вот какие-то соревнования по спидвею были. Ну и Юра выехал. Пилот-спидвоист, блин. Завела нас нелегкая. Вывела на трассу центральная улица Ленинского района, улица Немировича Данченко. Пробки нас сильно не интересуют.
километров проехали. 7 километров пробега чистого. У нас еще круг, наверное, километров на 8, как не на 10, чтобы доехать до пункта назначения. Не один километр по пересеченке, то есть, а по пересеченке, как и здесь, она больше ест. Ну, будем стараться. За водичкой приехали, вон сейчас водички купим. Парни тут у нас попались по дороге. Пультик в руки убери. Все, вперед. Оп. Сейчас он чуть-чуть прокатится, потом ты прокатишься. Короче, ездим, дарим с Юркой радость детям. Довольный? Да. Ну ты сядь, попробуй. Слушай, а тебе зачем? Ну, типа поинтересоваться там, чё почём, какие цены, а чё? Тебя как зовут? Ну, Вовка, а чё? Знаешь, Вовка, не нужна тебе такая машина, брат. Поверь мне на слово. Берегите себя. Удачи тебе, Вовка. Вот опять едем мы по какому-то частнику. В прошлый раз нас товарищ Евгений подвел. Вот, в этот раз Сусанин Юрий, не знаете такого, не Ларин, который, а Сусанин, говорит, я тебе отвечаю, вот там есть мостик, мы через него переедем и попадем в Бугринскую рощу. Ну, пока вот ворота коричневые впереди вижу, на тупик похожие. Это Т-образный перекресток. Т-образный перекресток. Давай, давай, отмазывайся, отмазывайся, посмотрим сейчас. Т-образный перекресток. Ладно, с Т-образным перекрестком не обманул. Какая-то тропинка между заборов ведет куда-то. Куда она ведет? А ведет она к какой-то горочке, по которой мы сейчас будем спускаться и приедем. О, мостик, говорит. Сейчас спустимся, я покажу, что за мостик там. Ну, а перед нами обещанный мостик. Ну, едь. Что, пукаешь? Давай, едь. Нет, это кожаные сиденья. Ты в курсе же? Я думал, ты увидел. Нет, я не это. Не из таких. Давай. Ой. Ну, смотри-ка, поехал куда-то по мостику. Ну, едь дальше до конца. О, вот так вот он. Вот так вот. Так могу, умею, практикую. Давай, едь. Ну да, здравствует старая добрая лыжная база НГТУ. Мы сделали, в принципе, уже очень большой круг. Вот, проехали на данный момент 10 километров. Юрка все вертится этим крабиком, не может на это нарадоваться. Такое промежуточное резюме по коляскам. Ожидания и реальность по Ультра 4WD – это что-то с чем-то. Коляска получилась, ну, наверное, не побоюсь, хитовой. Огонь, вообще просто... Да, все в шоке, как бы, как она себя показывает. Пока что пробег, еще раз повторюсь, 10 километров уже. Это и город, и пересеченка, и ухабы, и кочки, и поребрики, и всякие мостики и так далее. Она справляется со всем. Ни разу мы не встали, ни разу я Юре не помог. Все супер, движемся дальше. Короче, по тропинкам ездить скучно. Давай, Юра, поехали в поле. В поле, в лес. Ой. Юра, едь давай уже, я тебя догоняю. Юра, клубничку кушай. Клубничку? Да.
Вот так вот. А если на нее какой-нибудь малыш написал? А пофиг. Вот я сейчас еду. Ты проверять будешь, как это она по полю едет, или будешь ягоды хавать? Да погоди ты. Да что за человек-то? Он реально стоит и ест ягоды. Едь, говорю тебе. Какая? Едь! Ты сейчас нажрешься, потом что делать будешь? Во-во, а бумаги у нас нет. Майка длинная. По полям. Красный трактор. Два красных трактора едут к нам. Синий-то трактор отдыхает. Выходной у него. Прямой тоже. Такая прекрасная вообще природа. Слушайте, надо выбираться в лес. Надо выбираться в лес. Это непередаваемое. Воздух. Красота, тишина, ни шума. Это коляски гулят. Да, коляски чуть-чуть там ритм задают. А так, супер. По грибы, по ягоды. У нас план доехать тут до пляжика. А Юра у нас прям жаждет заехать в песок. У него вот какое-то странное желание. Дай, говорит, ну в песок. Ну, давай заедем в песок. Побуксуем, ну чуть-чуть. Потому что многие люди хотят ездить по песку, доезжать до берега, купаться, загорать, рыбачить. Вот так вот. Едь давай. Вот так вот. Сегодня хоть без капюшона, но наркомана не похож. Пытаемся мы спуститься к реке. Еще раз повторюсь, не повторять данных манипуляций самостоятельно. Крутой спуск. Камера, конечно, это не передает. Но спуск реально очень крутой. Мы спускаемся к речке, чтобы Юра побуксовал в песке. Но я думаю, буксовать он не будет в песке, потому что он проколол колесо левое, вон там спущенное. Экстрим. Сейчас без стабилизатора поснимаем. Поехали, мы доехали до пляжика. Бугринский мост. Ты едешь, нет вообще? Короче, между отдыхающих едем. Это не сильно, наверное, хорошо, конечно. Юра, едь давай. Гребем. Поехали. Не поехали. Подтаскивает маленько. Юрка уехал уже. Сейчас догоним. Народ, конечно, в шоке. Народу, отдыхающих, куча. Юрка поехал дальше. Народ шокировать. Езди там по песку между полотенец. Его отдыхающие скоро утопят, мне кажется. А так, коляска шикарная. Шикарные виды, шикарные коляски. Все супер. Выпендривается, ездит, и выпендривается. А на фоне Бугринского моста крабика хотели? Получите.
Довольный. Так, пробега у нас сейчас 12 километров. У тебя тоже 12? Да. Давай вот доставай. Так, промежуточные итоги. Потери. Заднее левое колесо ультра 4WD. Расколото. А до дома километров 10. Так что Юра едет на трех колесах. И причем едет довольно-таки комфортно. Ну, да, да. Есть маленький перекос, но он не ощущается, как на обычной коляске. Если проколото колесо, то двигаться можно. Тем более, вот у нас 10 километров, и я думаю, что мы камеру не продвинем. Потому что она не полностью продавливается. Ну, путь. Поэтому полетели дальше. Чтобы у нас получилось максимально универсальное видео, мы с Юрой приехали в торговый центр. Сейчас прокатимся по парковке, прокатимся по торговому центру. Уступи дорогу, Юра, у нас главное. У нас главное. Да японский городовой. Вот. Ой, чуть в ДТП не попали. И у нас главное. Я главный. Да понятно. Сейчас заедем в торговый центр. Да не, нормально все. Не переживай. Народ там меня уловит. Мы заехали. Женщине Юра помогает подниматься, подталкивает ее. Че, поехали? Все грязные приехали. После кувырков, падений. Че, по кофейку? Адреналина у нас вообще нет. Ну все, понеслись. Ну вот и итог. Мы добрались. Все отлично. Без всяких проблем, кроме он колеса. Вот. Итоговый пробег у нас. 24. Не видно. А, 21. 21 километр. Итог. По токам, по нагрузкам на двигателя, Caterwheel 4WD в классической комплектации у нас выдает по прямой где-то от 18 до 21 ампера, ультра 4WD в среднем где-то 8-10. В гору 12-14 ампер. По разворотам на крабе. Ну попробуй вот сейчас при мне, потому что я ездил на классической 4WD. У меня было там 53-54. Сколько ток? 4 ампера ток. Можно это... спокойно колеса приспускать, если где-то трудопроходимые места, песок там или что-то, это не повлияет. Тем более 4, у нас сейчас колесо одно спущенное, пустое. Да, ну, общее резюме такое, что коляски полностью подтверждает свой лозунг «Вездеход 4WD». Едут они везде, повсюду. Так что все отлично. В общем, получилась бомба. Иван Саныч, бомба получилась. Хитяра.